И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть новые построечки. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Димончик, удивляй. О, начинаем. А, уже подставка стоит. Да, я уже тут... Так, с чего начнем? Давай тогда с простенького. Давай. К сложному. Ой, это что-то кабачное грузится. 3, 2, 1, Scrap Mechanic, вылети на рабочий стол, не? Фух, я запереживал. Давай только подставочки поставим на всякий случай. Это, кстати, дом бабульки. Подними его выше чуть-чуть. Ну, это не Гренни, ребята, не путайте. Это просто дом до бабушки и дедушки, вот. Дом бабушки. Дима, ты это классно иногда говоришь. Тебе точно надо быть учителем? Вот подумай, это хорошая идея. Димон Покемон учитель. Нет, спасибо, ребята. Димас, тоже тебе спасибо. Все, заходим. Давай. О, смотрите, раздевалочка сразу же тут. О, такая... Димон, это не твои ботинки 46-го растоптаны? Или ты желтые носишь? Вот это желтые, это точно твои. О, Димон, если QR-код отсканировать, будет что-то? Ну, сейчас не будем это проверять. Нет, тут такой мутный, что тут ничего не будет. О, смотри-ка тут. О, что это такое? Сразу нажимаю на кнопку. О, свет. Это ты включил? Походу, я. Да, о, тут я. Смотри, есть типа такая лежанка. А, это печка. Кнопка. О, свет включил здесь. У вас это печечка. Да-да, это русский дом. Короче, сейчас топить печку буду. Дима, знаешь, чем я буду топить? Ну, наверное, бомбой. Я угадал? Вообще-то я хотел туда тебя запихнуть. Не-не-не-не-не. А я влезу? О, Димон, поджигай. Залезай. Ребята, лайк за хорошее настроение. Так, выйдем, может, с дому? А как ты его взорвешь? Пока не взрываем. Я просто поставил. О, Димон, тут туалет затупим. Есть. О, сарай. О, а, я сижу в нем. А как открыть? Я не знаю. О, здрасте. Здравствуйте. Вас там ничего это не беспокоит? Хороший так, домик. Ну все. О, там чердак. Давай на чердак залезем. А мы были вроде, там же печка, не? Не, мы на чердаке на самом не были. Короче, полезли. Вот здесь как-нибудь сейчас откроем. Тут где-то должен быть чердак. Блин. Может, с улицы на него можно залезть? Там ступеньки мы не обходили. А, давай, посмотрим. Все, погнали. Смотрим. Вот, да. О, я угадал. Офигеть. Давай. Так. Ха. Ну давай уже, старый. Так какой старый, жирный. Акула. Акула здесь зубами щелкает. Крутецкий подвал. Подожди, а тут бочки какие-то. Это какие? А, это поддоны. Это ящики. Да, поддоны. А что здесь есть акула из рафта? Ну, не знаю, видно, добавили эту модельку, все ее пихают. Блин, прикольно. Ну все, ребята, мы сейчас пойдем печку топить с Димасом. Хотел спросить, как ты думаешь, твоя бомба взорвет весь дом или нет? Да, взорвет. Сейчас, Димас, я только затоплю прям по-настоящему так. Молоточком. Давай, я буду снаружи смотреть, как взорвет. Бегите! О, даже туалета сральника нет, это ящики остались. Все, ничего не выжило, ребята. Красивый был дом. Да, все в минусе. Опять напишут, вы конченые дебилы взорвали мою постройку. Ребята, хочу сказать, мы взрываем не ваши постройки, мы взрываем копии ваших построек. Вам здесь выходить, да? А я открываю дверь. О, как здесь круто. А он выше, что ли? Ого, он выше. Ты говно, ты... Ты что меня скинул? Вези меня на самый верх, Димон. Давай. Мы такие постройки еще большие ни разу не ставили. Кстати, не лагает ничего. Удивительно. Все, летим на самый верх. Ого, а как ты так нажал? А просто. А, тут кнопки на каждый этаж. Все по-честному. Вау. Блин, здесь круто. Димон, это обраточка. Я тебе лифт нажал, он едет. Едет, да, Димас, лифт? Да. А! Ого, сколько окон и стекол. Вот это был эпичный взрыв, мне понравилось. Такой тут челик пришел, махает тут. Ага, вот тебе лифт. Блин, мне так даже немножко понравилось, Димон. Блин, супер. Это была одна бомба? Да, одна. Ничего себе, это какой-то шагоход. Не знаю, что это такое. Давай, а ты уже сел. Во. И что дальше? Это что он решил сделать-то? Я не знаю. Это он, короче, встает и не... Димон, как-то странно очень это смотрится. Может, не так было задумано? Может, надо лапы поднять, а потом нажимать? Выдвини вот так их. Ну, уже поздно.
А ну подожди, давай я поставлю заново, Димон. А ну давай вот так попробуй. Все-таки вдруг получится. Это, короче, аттракцион, он просто крутит тебя. О, смотри. Нет, не взрывай, не взрывай, телек. Нет. Он ставит бомбы. Бум. Салют прям какой-то получился. Убираем ненужное. Пум. Это было эпично. Пум-пум. Отлично. Супер. Я бы даже сказал супер. Это что за голова? А это веселый человечек. А, это веселый роботик. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Танцует как будто. О, класс. Нормально, нормально. Может, его как-то можно изменить немножко, не? Ой. А чё это он сделал? Он тебя, Дима, зажал. Он меня, Дима, схватил. Я не могу. Да, он тебя держит. А ну да, я подойду. Подойди вплотную. А, отпусти, говно. Он тебя обнял, Димас, он обнял тебя. Это робот Хваталкин, обнималкин. Это робот Обнимашкин. Да-да-да, он обнимает всех. Он всех любит очень сильно. Чересчур. О, а если ему бомбу поставить, он ее увидит? Поймал бомбу. Обнимает бомбу. Он поймал бомбочку. Ничего не остается, эта бомба все разрушает. Так, не надо нам тут бомбы ставить. Так. Под... Вот этот робот называется, знаешь, как, Димас? О, гон громкий, пердун. Знаешь, как он называется? Ого, это R2-D3, что ли? Не-не-не, подумай, вот у него название очень такое смешное, сейчас я еще раз покажу. Гирроробот? Посмотрите, ребята, как называется робот. Я за ним бегу и бегу, и чё толку? Ладно, ладно, ничего страшного. Он давайте уехал, обиделся. Стенку поставим ему. Может, его не надо включать, или он сразу едет? Вот так вот ему стенку поставим. Во. Вот все рассчитано, вот. Да? Да-да-да. Так, давай ставим этого робота. Вот он, пердун. Угон шлифует. Неплохо он стену ломает. Называется, Димас, этот робот. Он еще тебе звуки издает. Джабес, джабес. Я, короче, хочу его остановить. А, он дерется. Во, остановил. Это не о, год тут челик построил. Смотри, смотри, у него башня какая. Надо, короче, мне взять этот пистолет. В общем, раскрываю все карты. Этот робот называется подозрительный робот. Понял, странное название. Подозрительный. Это динозаврик. Он как-то левитирует. А, он ловит центр тяжести, я понял, тут датчики стоят. Давай его включим, Димон. Ух ты! Оп. Димон, он пошел! А я иду, иду в ролик Димону и Димаса. Новая песня, короче, ребята. Смотрите, он шагает вообще. А если ему какой-то груз поставить? Не знаю, не знаю. Но он хорошо шагает, прям уверенно, вот смотри. Может его ускорить лучше, не? Ой-ой-ой-ой, Димон, он споткнулся. Об мою бомбу? О, встал, пошел. Пошел, пошел, пошел. Нормально идет, Димон же, зачем ломать? Такой замечательный робот. Пошагал вверх. Сейчас мы тебя обратно перевесим, дружище. Во. Равномерненько. Сколько бомб он потянет? Он что, да, Димон, спотыкается, как пьяный, что ли? Давай-давай, робот, ты можешь, мы в тебя верим. Нормально, уверенно, Димон, смотри, как пошел. Ой-ой-ой, тяжеловато, тяжело. Ну вставай, мужик, ну устал с работы, что ли? Ну давай, ты можешь. Он прям ногой так, ну идите, не мешайте, я устал. Димон, он встанет, не? Не, он уже все на отдыхе. Странный шагоход. Это робот, знаешь, как его зовут? Сейчас еще посмотрим, как этого зовут. Раннинг спинозавр, Димас. Ранен спинозавр. Надо запомнить, очень важная инфа. Сейчас взорвется эта бомба и убьет эту... Не убила, далеко было. Это крячка, моя любимая. Кстати, она как-то странно стоит, тебе не кажется? Во, пошел, пошел. Чувака, давайте бомбу взорвем. Ой, я могу крякать, смотри-ка. Пу-у-у. О, смотри, крылышки. Это что, он может бегать? Это знаешь, с какой игры? Фэнтези, Final Fantasy. Там есть такие крячки, они на них бегают. Да-да-да, это оттуда, ребята, это точно.
Кстати, там классно механизмы сделали, там какие-то вот оно так все шевелится там. Да, прикольно. Я не могу ускорить, там нет движка случайно. Ого, тут нет, походу есть движок, давай сейчас посмотрим. Так, движок, 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 где же ты у нас? Давай я за руль сяду, а ты потом нажмешь, а я газану. Стой, я хочу найти движочек. Окей. А, вот он, нашел я его. Он где-то, он здесь. Сенсор мы уберем, короче, он не нужен. Вот, я ускорил, давай, беги. Как-то, Димон, ну, уже не то, как раньше. Это из-за того, что сенсор, походу. Все, Димон, я тебя подрываю. Я был плохим, да? Бум, в центре событий. Все, под землю проваливается. Ого, кубик улетел. Ничего себе, не ожидал такого. Ой, ой-ой-ой. Тоже неплохо взрывается. Пойдет, хорошо. Так, этот называется постройка «Бегущий мужчинка». Димон, ты такие постройки сегодня классные нашел, мне нравится. Димон, это ты, когда сдашь экзамены. Это точно. О, нет. Ну, это не ты был. Эх, человечка, взорвали. Одна нога, Димон, осталась. Ого, звездолет. Это этот, спидран. Димон, это не ты, да, поставил челик этот, подписчик? Это я поставил, давай. А, ты? О, Димон, я прохожу. Давай, прохожи, спидранов проходи. Ни разу не было у нас. Так, Димон, я прохожу. Ах ты говно уже! Блин, это что было, первая ловушка? Да, такая, давай ладно, дальше пойдем. А, так нечестно! Ребята, я победил! А, вот еще здесь! Ах ты, блин, больно! О, норм, норм. Я смогу. Есть, прошел, Димон, второй этаж, я тебя жду. А как, вылезай давай. А ты Ctrl нажми в воздухе. Чобрик. Да ты, Димас, там все половину ловушек проиграл. Нажимай на кнопочку. Меня убьет, я вниз упаду. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.